Андрей Смецкий на Хонде выиграл две гонки в классе Туринг на втором этапе RTCC. Это первый успех Смецкого в сезоне. На предыдущем этапе, который проходил в Красноярске, Смецкий участия не принимал. Владимир Стрельченко на Сиате первую гонку в классе Туринг завершил на третьем месте, а последнюю на втором, сохранив за собой лидерство в генеральной классификации. В классе Супер Продакшн первую гонку выиграл Олег Квитко на Хонде, а вторую Николай Карамышев на Фольксвагене.